Мастер народного творчества из Валковского района Ольга Тимошенко уже 25 лет учит детей в школе искусств. А последние 3 года занимается приготовлением пряничных домиков. На выставке «Рождественское сияние» это единственный съедобный экспонат. Рецепт у мастерицы больше века. В тесто идут сахар, мед, мука, яйца, сливочное масло и 12 видов специй. Храниться такие пряники могут до 3 месяцев. Особенность этой рецептуры полагает в том, что я не использую сучасних так званих розпушувачів, сучасних жирів. Я не хочу говорити глютени і так далі. Ця термінологія, вона взагалі неприйнятна в даному випадку. Тобто це бабусин рецепт. Так як колись робилися пряники на ялинку, так як колись ці іграшкові ялинкові прянички випікалися за тим самим рецептом, з абсолютно натуральних продуктів. Всего в экспозиции представлено более 150 работ мастеров народного искусства Харьковской области. Классические рождественские атрибуты – дидухи, вертепы, веночки, писанка и кукольные композиции – выполнены в различных техниках. Рождество и Новый год переплетаются друг с другом, и мы видим композиции, выполненные из современных техников. Например, у нас очень много и квиллинга из бумаги. И я даже видела вот оригами, и именно вертеп сделан из оригами. Что касается авторов из Харькова, да, это, конечно же, художники. Поэтому у нас здесь представлены и живописные работы, и валяные картины. К открытию выставки приурочили тематический музыкальный вечер из серии «Судьба одной песни». В этот раз его посвятили Щедрику – рождественской украинской колядке, которая получила всемирную популярность в обработке Николая Леонтовича. Со дня рождения композитора исполнилось 140 лет. На це свято мы запросили коллективы дитячі, для того, чтобы они нам проспевали Щедрика. Це коллектив «Щебетушки», це еклектика, коллектив дитячі. И еще в нас будет спевать коллектив фольклорный «Евшан Зілля». Посетить выставку «Рождественское сияние» в областном центре культуры и искусств на Пушкинской, 62, можно по будням до 15 января. Вход бесплатный. Надежда Тофан, Алексей Жучков, медиагруппа «Объектив».